Всем привет, хорошего дня. Короче, утро началось с того, что приехала вот такая машина забирать нечистоты. Да, здесь получается у каждого дома есть, ну, может быть, не у каждого дома, например, у нас с ними быть один бак, куда сливаются нечистоты. Я так подозреваю, наверное, все-таки у нашего дома свой бак, вот этот сливной. И приезжает эта специальная машина, высасывается вот это вот отходы туалетные и увозит. То есть получается канализации такой центральной нету. А. Вот я вижу ручку. Чтобы не смазанная телега. Это раннее утро, что никого нет на улице. Ну как раннее? 10 утра. Лед пролетел. Сейчас такая тень огромная была на доме. Или там флаг испанский развивается. Тут уже такую маленькую берут. О, смотрите, вертолет. МЧС. Все утро кругом. Слушайте, там МЧС, скорая помощь или что это? Здесь за нечистотами приехали. Что-то тут правда шатко. Понятно. Я ошибся, если не с нечистотами приехал. Вообще? Вообще. За все время? Первый раз я увидел вот эту машину. За 4 года, которые я здесь в Испании живу. Первый раз я видел вот. Приехала машина забирать что-то. Вообще, на Тефа, это вот слово сервис, день Тефа, каталанская кривочка, сервис и борт, служба у борта. Когда они там, может быть, стирают, понимаю. Уезжаем уже. Все? А, там, в смысле, кто-то выезжает. Выехала машина.
или по звуку пошло. Очищение. Что-то я не понимаю. Точно это вот? О, смотрите, смотрите, там что-то вытекает. Точно можно сказать, что это жидкость, но только я не могу понять, что. Я почему-то думал, что они частоты, они выглядят не так. Может, там какая-то химическая, не знаю, раствор, который их перерабатывает. Я не знаю, правильно? Могу предполагать только. Загадка. Для меня загадка. Не знаю, кто знает, как это вообще все происходит. Напишите, а? Почему в таком маленьком шлангу что-то течет? Что течет? Очень интересно. Если вы знаете, кто-нибудь в этом разбирается, напишите, пожалуйста. Очень интересно. Я вообще первый раз увидел, реально, что приехала машина. Забирать отходы. Или бы это он забирает отходы с бассейна. Мне кажется, для с бассейна слишком маловато. Как это называется? Бочка вот эта вот. Ну, конечно, бассейн у нас не такой, как у них больше у соседей, но тем не менее. Ну ладно. Собственно, короче, вот так и забирают отходы.